инвестировать небольшие деньги, куда инвестировать небольшую сумму. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Итак, к теме. Это сколько начать небольшие деньги? Примерно это даже не $100, где-то там примерно $50, 20-25. И куда же их вложить? Вот, что мне приходит мысль, это снова криптовалюта. Это, конечно же, нестабильно, это с риском. Самый нерискованный это депозит. Вот я вот не в курсе, кто у нас получается. $50 от 1000 гривен, ведь от 1000 гривен можно включить депозит, но вы знаете, что это вообще не выгодно. Я там смотрю, есть открыть можно в Украине, также в России, в Тинькофф банке, например, в России есть акцию купить. В Украине тоже есть, можно акцию купить официально. Я не пробовал, ведь там, да, там небольшой выбор, там буквально 5 пакетов. В России, Тинькофф банке есть МТС акция, Google акции и так дальше. Coca-Cola акция, кстати, выстрелила. Это когда зима, всегда так, скорее всего, аналитика. Я, кстати, могу вам показать аналитику. Криптовалюта, акции. Так, если вы напишите мне в комментариях, лайк и подписка на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новый видеоролик. Ведь у нас есть дополнительные ролики. Для продолжения, $100 вложить куда? Большая сумма. Или безопасно куда вложить? Как заработать? Как зарабатывать дополнительный доход? Куда инвестировать? $1000 я еще не записывал. Итак, вот, насчет этого. Минимум, как я смотрю, 100 тысяч гривен, чтобы купить пакет. Вроде бы ни много и ни мало. И, в принципе, реально. Я бы попробовал, вам бы сказал опыт. Что я пробовал? Я купил депозит, чтобы узнать. Зато я знаю, что если покупать депозит, то это невыгодно. Лучше покупайте облигации. Облигации можно купить, во-первых, в годовых. Или даже один месяц можно купить. Как он там называется? Нужно повторить. Из листов. Так он называется. Инвестиция в письменный лист. Как-то вот так похоже на это. Нужно повторить. И облигация. Вот это я запомнил навсегда. Облигации и лист подписываешь. Ну, виртуально теперь уже. Коронавирус специально сделали, чтобы в интернете все были. Поэтому сразу хватайте свои деньги. И не так много, но облигации это стабильно пока что. Наверное, кризис пока. Попробуйте, я не пробовал. Поэтому мне не знать. Но я попробую. Если вы хотите за мной пробовать, тоже пробуйте. Почему за мной повторять нужно? Наверное, потому что я крипту купил за 1100 гривен, наверное. Ну, меньше 1100 гривен. И минимум 1050 гривен. Итак, потом я инвестировал в крипту, заработал, продал. Потом мне нужно было срочно 250 гривен на... Просто 170 гривен, там 200 гривен сразу вывел. Хотя вывести 170 гривен, там сказали минимально 150 гривен. Официальный сайт криптовалюты, скажу такую историю, потом закончу. Потому что это очень классная история получилась. Поэтому я доверяю вообще этому сайту, но не так много, ведь потом если крипта пропадет, то придется уже что-то думать другое. Вот, нужно брать 100 тысяч гривен и положить в эту облигацию. Да, на год, если прямо брать. А если брать больше, то, в принципе, немного заработать можно. За месяц можно. Как это работает? Это больше, чем акция. Одна штука. Вот. Купить письменный вид, одну штуку. Это больше, чем акция. Это как в Тинькофф банке поменьше, а в Украине это побольше. Но по доходности там безопаснее в Украине. Говорят, почему монобанки не добавят такую функцию? И вот такой вот ответ, потому что нет реализации, ведь Россия это большая страна, там международные куча компаний, а в Украине так много компаний. Почему? Потому что вы, Россия, Тинькофф банк,
Альфа-банк, ла-ла-ла-ла-ла. Получается многовато, кстати. В Украине. Банки. Приват. Точно. Монобанк. Потом Сбербанк. Нет, в России там. Мало банков в Украине. Больше банков в три раза. В три раза больше, чем в Украине. Или два раза, вот не знаю. Ну, больше. Поэтому нет такой акции в Украине. Вот почему нет. Потому что там в Украине мало компаний. Но выход есть. Можно купить облигации на банке. Каком именно банке? Смотрите в следующем видеоролике. Только мне напомните. Так потихоньку буду раскрывать, чтобы был темп. Тем самым, когда я смотрю фильм, да, прям сейчас посмотрю, страшно было. Смотрю фильм, был киберспортсмен, именно как там кибербезопасный человек. Есть такая, кстати, учиться можно. Давайте это как раз расскажу. Что за ним следили СМИ, которые следили за ним, деятельность следили за ним, за его деятельность. Чем он занимается, что он делает, типа того, и как я за мной. Это будет, наверное, самое страшное. Ну ладно, в общем-то. Это из России фильм был. Все. Там, конечно, достаточно много, чем в Украине, понятное дело. Вот. Ну, есть выход. Так, все, продолжаем дальше. Вроде у меня уже истории закончились. Смотрите следующий видеоролик, ведь я не могу так подробности. Я еще не прокачался. Просто качайте себя, инвестируйте в себя. Всем удачи, пока.